Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в Dark Souls 2. Итак, я, в общем-то, отправился в замок Дранга для того, чтобы использовать ключ скованного. Так, тут у нас какой-то предмет. Красивый череп. Не знаю, я мимо пробегал и что-то не заметил. Так. Тут везде могут быть потайные двери, я что-то на наличие потайных дверей не проверял этот замок еще. Так, ну ладно. Потянуть. А, это чтобы лифт приехал. А вот мне как раз таки вроде и нужен лифт сейчас. Я так понял, что... Тут есть еще один костер, который я так и не нашел. Я так понял, все вот эти вот костры недоступные. Это, похоже, появились костры, которые где я, в общем-то, не был. Потому что вот здесь я не был, когда эти костры появились, и вроде бы открылись по мере прохождения дальше. И вот в замке Дранглик есть один костер недоступный. Кроме всего, где-то я его пропустил. Блин, на самом деле мне, похоже, надо было по лестнице спускаться. Ой, то есть подниматься. А не на лифте. Ну, сейчас вспомню, куда ведет лифт. Если не туда, куда я хотел, придется спуститься вниз и по лестнице подняться. Ой! Короче, лифт уехал без меня. Зато я сохранился внизу, а не наверху. Но на опережение уже не получится. Лифт быстрее едет, чем я забираюсь наверх. Так, ну-ка, куда это? Так. Подождите. Я вспомнил. Я вспомнил, куда ведет этот проход. Это лестница. Мне сюда не нужно. Так. Ну давай, просыпайся. Я же уже вроде душу преподнес ему. Да блин, хорош! Идите сюда. Мне вот тут вас надо. Аккуратно! Хорош! Да, я вроде ему преподнес душу. Дар. Ой, блин, а здесь не спуститься. Вот, то есть не подняться, здесь только спуститься можно. Да как так? Что за тупизм? Так, вот я и пришел сюда. Отлично. Вот для него вроде ключ скованного нужен. Использовать ключ скованного, да?
Так, и кто же ты? Кольцо мертвых. И для чего оно мне нужно? Так, сейчас посмотрим, для чего нужно кольцо мертвых. Так, кольцо Флина. Так, кольцо мертвых позволяет выглядеть человеком даже в облике полого. Понятно. Так, это у нас катализатора. Так, это что-то булава святилища. Палец на магический урон настроенные. Так, ладно. Ой. Так, тихо. Я что-то сделал, а что я не знаю. Так, я помню, что тут кто-то сидел. Королева, в общем-то, сидела на троне. Нужно попробовать с ней поговорить. Теперь. Только вот как к трону попасть, я не помню. Хотя, тут есть где-то костер. Так, не туда. Это вроде я сейчас здесь нахожусь. Давай в нижний уровень. Оттуда я лучше дорогу помню. А, привет. Мы снова встретились, юная нежить. Хочешь ли ты, чтобы тьма вела тебя? Нет. Так, я все-таки не туда переместился, отсюда нет выхода. Давай вот сюда вот. Так, где здесь? У нас королева сидит. Где-то здесь она должна сидеть. Я дорогу не помню к ней просто. А, блин, про вас я забыл. Сейчас отравит меня. Так, нет, ребята. Так. Так, ясно. Надо поаккуратнее бегать. Так, тут эти ребята идут. Ну, рано или поздно они от меня должны отстать.
аккуратно. Так, не знаю, что выпало, но сейчас не время подбирать всякий хлам. Вот я нашел королеву. Как к тебе попасть? Мне вот это вот интересно. Она молчит. К тебе как-то точно можно попасть. Надо найти способ. Проклятие? Блин, это походу картина проклята. Да, ясно. Это, короче, картина проклята. Причем проклятие накладывается только с той стороны, когда стоишь возле картины. Так, тут что-то есть? Так, а я здесь спускался же, да? Да, я уже спускался здесь. Ну ладно, в общем-то... Нужно возвращаться и идти дальше. Вернуться, где я встретил непонятное существо, которое костры взрывает. И продолжить свое путешествие дальше. Так. А что, если я попробую поговорить с ней снова? Мы слышим песню вдали. Похищенная Мильфанита спасена благодаря тебе. Возьми, мы Мильфанита, благодарны тебе. Небесное благословение. Тебе удалось заглушить это проклятое пение. Снаружи от этого, возможно, не будет толка, но все равно возьми это. Небесное благословение. Когда мы поем, малыши танцуют. Малыши успокаивают тех, кто окутан смертью и тьмой. Этому нас научили. Так, они по кругу начали говорить. Так, здесь где-то есть проклятая вещь. Где-то здесь. О, сундук не на... Прошлый раз не нашел. Алая вода. Так, вот этот кувшин, который проклятие на меня накладывает. Так, ну я тут еще немножко пробегусь, посмотрю, может что-то я упустил. Итак, я вернулся в Манжулу. Сейчас посмотрим. Обновился ли ассортимент у этого торговца? Так, ассортимент не обновился. Нет, ассортимент обновился. Зеркальная маска. Это куплю. Thanks for the purchase. Do come again. Так, зеркальная икона же, отлично. Hey. Что у тебя интересного? Это я у тебя должен спрашивать, что у тебя интересного. Украшение в виде лестницы. Потом куплю, может быть, если души останутся. What?
Don't waste my time. Так. Oh, what have I... Well, he's keeping company with... Так, всегда забываю то, что эта кошка что-то там говорит. Oh. А, это ты? What are you doing here? Что ты делаешь have здесь? Не знаешь, куда идти? I believe... А я думал, ты ищешь короля. Well, но он проводит время с нежитью. Так, что-то она другое. Я, похоже, все пропустил то, что она говорила там что-то. Ну ладно. Так, ассортимент у нее не обновился. Ну это и понятно. Так, у этой старушки ассортимент вряд ли вообще когда-либо обновляется. Lonely times these are. You've been long away. What would you like? Тебя долго не было, чего желаешь? Что ж, я могу снабдить тебя лишь одним товаром. О, у тебя же повторная смерть. Отравляет снаряжение. No interest. Suit yourself. I knew you'd be around soon. Ничего нового. Окаменевшая кость дракона. Так, а тут мерцающий титанит нужен. Так, ну давай-ка улучшим. Так. Так, мне так, глядишь, денег, вот из душ на прокачку не останется. Так, вот сюда надо отправиться. Возможно, я смогу себе выковать щит. Зеркальный щит. А возможно и нет. Ну что ж, это самая испорченная душа. Хорошо, очень хорошо. Приготовься узреть сердце магии. Так. Увеличивает интеллект. Увеличивает продолжительность действия заклинаний. Поглощает душу вместо владельца кольца. Это мне не нужно. Восстанавливает здоровье и заряды заклинаний. Так, у тебя есть пиромантия, чудеса, обычные заклинания и порча. Так, обмен. Вот, обмен нужен. Так, во-первых... Клинок Миты. Меч демона из плавильни. Двуручный меч преследователя. Каменный топор гиганта, шипастая дубина, двузубец горгульи, алебард драконий усадник, так, ревущая алебарда, костяная коса, пика колесницы, парный клинок драконьего всадника, да. О!
Большой щит драконьего всадника у меня уже есть. Можно лук драконьего всадника выковать и парный клинок драконьего всадника. Так, но, к сожалению... Душа Стража Руин. Душа Скорпиона Нашки. Это у нас Ядовитый Туман. Это у нас пиромантия, да. Так, к сожалению, зеркальный щит выковать нельзя. Так, ну значит, уровень прокачаю. Проклятый, я всегда буду на твоей стороне, пока надежда не растает. Так, давай мне уровень прокачай. Жизнь 50. Давай адаптацию прокачаем. Так. У меня тут души, в общем-то, были какие-то. Надо их все использовать, съесть все. Так, это у нас что такое? Винный бальзам. Временно увеличивает ловкость. А я не помню, где эти бальзамы собрал. Но во второй части больше всяких расходников. Больше шансов запутаться во всем этом. Так. А я же уровень еще могу прокачать. Ну-ка, вставай быстрей. Потом надо будет жизнь качать. А, блин, я же еще кое-где не побывал. Подожди-ка. Ой, похоже, не туда отправился. Ну ладно. Может быть, туда. Так. Храм Альвы. Так, все верно. Так, я ушел туда. В прошлый раз. А сюда я не поднимался. Давайте посмотрим, что у нас тут наверху. Так. Здесь никуда не уйти. Так что попробуем открыть ворота. Так. Но это явно враги. Тихо. Это же эти прихожане. Камень яда. Так, и где я сейчас нахожусь?
порча. Тихо. Так. Так, а ты кто тут такая? Кто ты? И чего ты хочешь от нас? Мильфанита, так нас зовут. Мое имя? То есть наше имя? Мы не знаем, что за мир там снаружи. Мы бесконечно поем для тех, внутри кого поселилась смерть и тьма. Мы вечно были здесь. Мы не знаем, что за мир там снаружи, и нам это не нужно. Малыши, их породил Великий Мертвец. И Великий Мертвец научил нас этой песне. И мы поем ее с тех самых пор, чтобы успокоить тех, кого скован смертью и тьмой. Тех, кто скован смертью и тьмой. Этому нас научили. Мы слышим песню вдали. Похищенная Мильфанита спасена благодаря тебе. Возьми, мы, Мильфанита, благодарны тебе. Огненное семя. Тебе удалось заглушить это проклятое пение. Возьми это в знак благодарности. Небесное благословение. Ты тоже ищешь покоя? Несчастная душа. Вот, возьми хотя бы это. Гладкий шелковистый камень. Это все, что мы можем сделать. Какие вы щедрые. Малыши, их породил Великий Мертвец. И Великий Мертвец научил нас этой песне. И мы поем ее с тех самых пор, чтобы успокоить тех, кто скован смертью и тьмой. Этому нас научили. Так. Это она уже тоже сама же говорит. Так. Молиться? Это вступить в ковенант. Увы, ничего не происходит. Ну и ладно. Так, куда мы бежим? А, тут у нас тупик. Вот и отлично. Огненное семя. Огненное семя нужно для того, чтобы усиливать пиромантию, насколько я помню. Блин, такая хорошая комната для того, чтобы установить скрытую стену. Тайную дверь. Но разработчики не захотели этого делать. Как бы и все. Так, только тут можно куда-то пройти. Кажись. Нет, здесь нет ничего. Так, а здесь обрыв. Сундук нашел. Уничтожитель. Это оружие такое. Так, ну-ка. Здесь тоже же есть. Вижу ящик. Сундук.
Странно. Мне казалось, что здесь есть проход. Здесь по-любому ловушка, да? Чтобы я увернуться не мог. Уголь вражды. Ну и хорошо. Все, я посмотрел, что у нас здесь находится, так что можно возвращаться. Так, а пора уже завершать серию. Всем спасибо за просмотр, с вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!